В минувшее воскресенье загорелся один из павильонов на территории рынка Феи, что в 22-м микрорайоне. Пожар произошел около 6 часов вечера. По данным отдела дознания, предположительно, вспыхнул утеплитель между стен. Торговое помещение было действующим. От пожара пострадали наружная обшивка и стены. Размер полного ущерба еще предстоит выяснить. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На данный момент устанавливается виновное лицо и ущерб. На сегодняшний день будет согласована проверка с органом прокуратуры. По данным отдела надзорной деятельности других пожаров, в том числе и лесных, в минувшие выходные на территории Ангарского района не зафиксировано.